В Нарьян-Маре прошло очередное заседание антинаркотической комиссии НАУ под председательством главы региона Александра Цибульского. Члены комиссии обсудили наркотическую ситуацию в округе, меры, принимаемые в целях противодействия распространению наркотических средств среди несовершеннолетних и организацию работы по выявлению лиц, употребляющих наркотические вещества. На сегодняшний день в регионе выявлено 26 пациентов, злоупотребляющих или эпизодически употребляющих наркотические вещества. За 5 месяцев текущего года под наблюдение специалистов наркологического кабинета Ненецкой окружной больницы взяты 6 пациентов. По сравнению с 2015 годом, когда был наплыв непосредственно синтетических наркотиков, так называемых спасов, с того времени поток, соответственно, значительно уменьшился. Да? То есть лица были, ну, в том году, в те годы стоялось в районе 60 человек, сейчас их 26. Вот, то есть они берутся, снимаются с наблюдения, да. А как правило, это пациенты идут исключительно по направлению суда, то есть когда суд их обязывает обратиться, самостоятельных обращений нет. То есть это, как правило, лица, которые однократно, двукратно употребили какое-либо психоактивное вещество, да, и были, соответственно, задержаны сотрудниками ОМВД и привлечены к административной ответственности. Как отметил начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Евгений Солонович, в округе отмечается снижение регистрации наркопреступлений. Хотя с учетом статистических данных за 5 месяцев можно сказать, что возбуждено уже 7 уголовных дел и зарегистрировано становится 20 преступлений данной направленности. Характеристика наркорынка в начале года свидетельствовала о преобладании наркотиков растительного происхождения. Проводились мероприятия, в результате проведенных мероприятий выявлены очаги выращивания наркотических средств, таких как марихуана. Изъято 21 куст наркотического средства, привлечено к уголовной ответственности одно лицо за культивирование наркотических средств по статье Уголовного кодекса. Осуждено и привлечено к административной статье за культивирование наркотических средств. Тоже одно лицо, которое тоже привлечено к административной ответственности. В феврале текущего года сотрудники полиции выявили 3 жителей, занимающихся незаконным хранением спайсов. Еще 2 привлечены к ответственности за распространение наркотиков синтетического происхождения. По административному законодательству мы проработали, привлекли, получается, 14 административных протоколов в отношении 11 граждан. Сейчас на 5 месяцев у нас 20 административных протоколов, что соизмеримо с прошлым годом. Привлечено 18 граждан. Также привлечено 2 юридических лица в сфере легального оборота наркотиков. Это о ненадлежащем хранении прекурсоров и наркотических средств. Ненецкая окружная больница и авиаотряд. Выявлять пациентов, употребляющих наркотические вещества, с этого года будут на новом оборудовании. Оно было приобретено для окружной больницы на средства президентского гранта. В текущем году будет продолжена работа по реабилитации и ресоциализации наркопотребителей в центре Ручей Псковской области. Она проходит в 2 этапа. Первый этап – это 3 месяца проводится в реабилитационном центре, в закрытом учреждении, то есть идет по 12-шаговой системе. Когда пациентов обучают сначала признавать свои проблемы, что у него есть проблемы с психоактивными веществами, и дальше как, соответственно, с ней бороться и как жить без нее. Да? Это осуществляется в течение 3 месяцев. После этого они проживают в Санкт-Петербурге. Проживают, соответственно, учатся жить в доступности с психоактивными веществами, да, то есть с алкоголем. При этом у них и регулярно проводятся собрания, поддерживающие группы, так сказать. И после этого, соответственно, они возвращаются в Нарьян-Мар, либо, если изъявляют желание, находят работу, остаются в Санкт-Петербурге. В целях предупреждения и пресечения преступлений в образовательных организациях, учреждениях социальной сферы проводятся профилактические мероприятия и акции, направленные на формирование у молодежи негативного отношения к употреблению наркотических средств, психотропных веществ, табачных изделий и алкоголя. В 2017 году было организовано и проведено тестирование 490 учащихся на предмет употребления психоактивных веществ. Положительных результатов выявлено не было. За прошедший период 2018 года в тестировании приняло 112 учащихся. Также положительных результатов выявлено не было. Как отметил руководитель департамента образования, культуры и спорта Илья Иванкин, подрастающее поколение активно занимается спортом, реализует себя в сфере культуры и образования. В ходе заседания антинаркотической комиссии было предложено создать в регионе крытую скейт-площадку, которая привлекла бы к активным видам досуга еще больше молодежи. Глава региона Александр Цибульский предложил для этих целей переоборудовать спортивный зал коррекционной школы. Смотреть его на предмет переоборудования как раз скрытый скейт-парк и центр досуга для молодежи.
Это не прошу ответ сейчас, просто подумайте и скажите, хорошо, как вы к этому относитесь. И сможем ли мы как-то заменить место по проведению занятий физкультуры для коррекционной школы. Подводя итоги заседания, Александр Цибульский поблагодарил всех, кто участвует в профилактике потребления наркотиков и приобщает молодежь к занятиям спортом и здоровому образу жизни, отметив, что к этой работе следует относиться не просто формально, а как к одному из приоритетных направлений. Ирина Нежалова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».